Больше 250 человек этой зимой пострадали в Кирове из-за того, что в городе не соблюдаются правила благоустройства. Такие данные озвучили сегодня представители региональной общественной палаты. Они вместе с чиновниками и прокурорами обсудили, как обезопасить пешеходов в зимний период. На совещании отметили, с каждым годом число пострадавших от снега увеличивается. В рамках профилактики на фасадах зданий было установлено более 2000 новых табличек «Осторожно, падение снега». А еще закупили сигнальные ленты. На круглом столе озвучили, что число жертв от падения снега с крыш можно сократить вдвое. Для этого необходимо установить на кровлях снегозадерживающее устройство. Не все дома в городе сейчас ими оборудованы. Есть ограждение, а снегозадерживающее устройств нет. Хотя, если теоретически рассуждать, наверное, это не тоже не панацея. И сказать, что снегозадерживающие устройства полностью предотвратят падение снега и принесут там некие некрасивые случаи там с травмами, нет.